Вартовчанин Альберт Агузов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо. Накануне в Екатеринбурге завершился престижнейший турнир «Большой шлем». В соревнованиях приняли участие больше 350 спортсменов из полусотни стран. Призовой фонд турнира составил 10 миллионов рублей. В заключительный день соревнований Альберт Агузов взял бронзу в весовой категории до 60 килограмм. В итоге российские дзюдоисты заняли первое место в общекомандном зачете.